Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Сила ума и сила духа. Дзюдо дисциплинирует и помогает в учебе, рассказывает Константин Коваляров. Он только что вышел из боя с победой. Ну, как ощущения-то? Хорошие, все нормально. Было тяжело, но ничего, пойдет. Самое главное, больше стараться, трудиться, подготавливаться, вот и все. Более 200 спортсменов из Самары и всей области собрались на первые в этом году соревнования по дзюдо. На татами юноши и девушки в двух возрастных группах до 15 и 23 лет. Все волнуются. Бои проходят по новым правилам. Их приняли в конце декабря в Международной федерации дзюдо. Убрали оценку ЮКО, это меньшая оценка. Осталось две оценки в дзюдо, это Вазари и Ипон. То есть и настрой, чтобы все схватки заканчивались красивыми победами. Оценка Ипон. Интерес к спорту и, в частности, к дзюдо растет, отмечают в областной федерации. Уже сейчас этим видом спорта в регионе занимаются 5000 человек. В последнее время особенно много приходит девушек вырабатывать боевые качества, поэтому юношам расслабляться нельзя. Цели достаточно высокие стоят, задачи тоже максимальные, выкладываться, готовиться на первенство России, но туда еще нужно сначала отобраться. И да, конечно, нужно достигать всяких высот. Спорте. В ходе турнира отобрали лучших. В феврале они отправятся на первенство Приволжского федерального округа в Пензу и Балаково. Валерия Макарова, Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.